Приходит на прием 75-летняя бабулька. Доктор ее посмотрел и говорит: «Ой, бабулечка, да все у вас замечательно, да вот только вам, ах, активности, активности не хватает, вам бы хорошо с дедушкой-то со своим, ох, почаще, почаще этим заниматься в постели, и все у вас будет в шоколаде». Бабулька: «Ох, но я-то не против, только вы деду-то моему скажите, он меня сюда привез, а сам в коридоре сидит». Позвал, значит, доктор деда и объясняет все: «Ох, с вашей женой все прекрасно, да вот только одно, активности вашей не хватает, вам хорошо бы с бабулькой, ох, хотя бы раза три в недельку ложиться и заниматься волшебством, и все у вас будет замечательно, ну хотя бы понедельник, среда и суббота». Дед так подумал: «О, не-не-не, в субботу я точно не смогу». «Почему вы в субботу не сможете?» «О, к вам в субботу столько народу, а полдня просидишь».